четверг в Самарской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, станет чуть прохладнее. В дневное время 19-21 с плюсом, ночью 11-13 выше нуля. В Сызрани небо в облаках, днем плюс 20 градусов, ночью плюс 12. Ветер северо-западный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти малооблачно и сухо, днем 19 тепла, ночью дождь и плюс 12 градусов. Северо-западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, днем 19 градусов тепла, ночью плюс 11. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 42%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.